Сегодня парламентарии собрались на очередную 26-ю сессию Госсовета Чувашской Республики. Еще в начале заседания депутаты приняли корректировки республиканского бюджета текущего года. Согласно документу, бюджет Чувашии на 2014 год увеличивается по доходам на 500 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на обеспечение сбалансированности бюджетов, на поддержку агропромышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства. Бюджет был лишь одним из более чем 30 вопросов повестки дня. Парламентарии внесли изменения в ряд действующих законов, в том числе и в закон о местном самоуправлении. Хотя в обновленном виде он еще не успел себя проявить. Речь идет о выборах глав муниципалитетов. В отношении городов ничего не поменялось. Коррективы коснулись районов республики. В адрес Госсовета поступило много обращений из муниципальных районов. На основании данных обращений была составлена поправка, которая вошла в таблицу поправок для принятия. Суть ее такова. Порядок избрания главы муниципального района определяется уставом муниципального района. Сейчас районные депутаты должны сами решить, выбирать ли главу муниципалитета на прямых выборах или из состава депутатского корпуса, и записать это в уставе. О других новациях на муниципальных выборах в Чувашии не будет графы «против всех». Кроме того, вводится процедура досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комиссий и отменяется система открепительных удостоверений. Уточняется порядок выдвижения избирательным объединением списка кандидатов в депутаты. На сессии был рассмотрен и ряд кадровых вопросов. Сложила свои полномочия депутата известная спортсменка Ирина Калентьева. Также парламентарии большинством голосов удовлетворили просьбу Анатолия Князева о сложении полномочий вице-спикера парламента и председателя комитета Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам. На этом посту его сменил Игорь Кушев. Кто из четырех председателей комитетов станет вице-спикером, решится в ближайшее время. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Евгений Анисимов, Республика. Редактор